Хрестоматийный сюжет картины Репина практически не вызывает сомнений. Иван Грозный случайно убивает сына, ударив его посохом с остальным наконечником в висок. Однако у историков существует большее количество версий смерти сына Ивана IV. Но на самом деле доказательства свидетельствуют, что он умер естественным образом. Была это болезнь или отравление, непонятно до сих пор. Ясно одно. Никаких смертоубийственных конфликтов у Ивана Грозного с сыном не было. А сюжет картины эффектный. Что и говорить.